Здравствуйте, ребята. Вот продолжаем проходить Киберпанк. Я уже не помню, на чем я остановился, честно скажу вам. Приветствую всех! С вами быстрые новости. Вот. Вчера ведь у всех свет вырубило. Пролос, привет, кстати, да. Ужин. Надо точнее, чат включить на телефоне. Спасибо, Ролос, ты мне напомнил это. Знаю, это было зря. Всем приветствуем. Ну, с другой стороны, тараканов они тоже убивают. Чего нет, мы? Без добра. Так, стойте, один это я точно. Блэкаут. Похоже, замкнул электростанцию Санта. От такого импульса Ави посыпались с неба. А, я понял. Полиция сообщила, что нанесен ущерб 120 миллионов евро долларов. Но страшнее то, вот что так вот, да. Ужинала ледяным буррито. Все. Запустили мы трансляцию на телефоне. Я вот, честно, не помню, о чем я остановился. Ну что ж, продолжим, получается, прохождение. А надо вот сюда вот. Всем вспомогательным группам полиции поступило сообщение о преступной активности на Южной Скайлайн. Угу. Основная цель – Дензел Крайер по прозвищу Мозг. Он руководит небольшой группой так называемых животных и распространяет нелегальный стимулятор, известный как СОК. Властями города назначено вознаграждение за устранение Крайера и его группы. Я вроде это делали, блядь, ну ладно. Космос на 7299 прямо сейчас. Так, меня лагает. Мочи, сука! А, если это было так. Игровой баг был, думаю, надеюсь я. Пусть за все заплатят! А, эх, да, извиняюсь. Ты что сделал? А вот забыл управление. Потому что уже больше двух недель, блядь, не заходил в данную игру. А, перегруз, да? Да, перегруз. Получается, Z разобрать. Нам белое разбираем, как обычно. Там нахер не надо. А ты перегруз, так вроде же разобрались. Или блин, у нас мало весит, блять. Стоп, нет. Синяя, блядь, будет разбирать. Мы ставим волков или говноедов? Вот сейчас говноеды ебать. Хотел вам это говорить, но получается говноеды, пули спасать. Так, это умный дробовик, мы его разбирать не будем. Вот эту херь, блядь, разберем. Вот эту херь разберем. Ладно, давайте белое разбираем. А, смотрите, по, если по достижениям, но нам надо машины купить. Так, опачки. Модуль есть. Включает возможность, как никуда не понятно. Нам это нафиг не надо, не надо. Потому что я готов смертельно попадать.
патрончики бы найти. Я говорю, я, блядь, не играл в эту игру, получается, блядь, недели три, наверное, да. Смотри. Типа камера что-то какая-то херпара слышу. Так, нам надо вот сюда вот. Получается. Чем будем взламывать? 7А. 7А. Например. 7А. 1С. Это уже 4 получается, да? Например. 5-5. Не так. 7А. 7. А 1С. Пять пять, 1С, 1-9. Нет. 7А, 7А. Нет. 7А, 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 1С. Один С. Нет. Так, 7А. 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 1С. 5-5. 1С нету, да? Ой. Нам как-то вот сюда надо попасть. Я извиняюсь, ребят. Так. 7А. 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 1С. Ну, давай, 7А, 7А. 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 А, да? Может, вроде, ладно. Ну ладно. Ага. Так, не забываем, мы качаем атлетику. Надо бегать. Слушай, кто-то начал стрелять в кафе на набережной. Посмотри, что там происходит, окей? И если туда зашел киберпсихопат, то он мне нужен живым. Палец на спуске, Ви.
Ты стынешь, пизда тебе, блядь, пизда, блядь. Ай, блядь, больно? Ёбаный в рот. Ебать, нахуя себе. Хуя нахуярила, блядь. Так, теперь что на чипе, да? Так, теперь еще чип найти, блядь. Считать надо. А то я даже не помню, где он, блядь, или как он. А, что ж там? Возьму выпуск, так, так, возьмите. Ага. Окей, ебать, увидимся. Увидимся с тобою. Там где-то. На передобою. А, добраться до старта гонки. Что, да? Давайте ебать тогда это. А, стоп. Тридцать восемь весь вот. Я хочу эту машину. Давай сюда, нахуй.
Встаньте нахуй. Смотрят они на меня. Олд Форестер, привет. Так. Да, мы делаем это здание. В один автомагазин вошли пиджаки из этой... Русский режим, конечно, ебать. Это семейный магазин, и у него сейчас не лучшие времена. Я в таких делах доверяю интуиции, а она говорит мне, что хозяева двинулись на нервной почве. Звон протокола, ебать. Ясно. Пизду обезвреживаем, нахуй. Чего, блять, я же обезвредил? Ёб твою мать, а чё за хуйня-то, блять? Я же обезвредил мину. Как так-то? Чё за хрень-то, блять? Расскажите мне. Ну, конечно, загрузка, ебать. Полуторачасовая. В один автомагазин вошли пиджаки из ЗТТ. Пизду, делаем так, дружеский режим. Проблема, это семейный магазин, и у него сейчас не лучшие времена. Я в таких делах доверяю интуиции, а она говорит... Хозяева двинулись на нервной почве. Так, кнопка протокола. 7А. Вот так и делаем, да. Прям че еще, блять, на земле мины, что ли, блять? Ебать, олух получается, да? Блять, ну чё, реально, земные мины ещё что? Сука. В один автомагазин вошли пиджаки из ЗТ-теха. Правда? Это семейный магазин, и у него сейчас не лучше. Ой, блядь! Так, пытка номер 4 получается, да? Можно не играть, пожалуйста, в эту игру. Почему я такой лох, сука? Вроде, блядь, ничего ж такого не делаю. Да? А, блядь. А я от чего-то собирался, блядь, часов 8 поиграть меня. Уедь. В магазин вошли пиджаки из этой теха. Это семейный магазин, и у него сейчас не лучше. Я в таких делах доверяю интуиции, а она говорит мне, что... Хозяева двинулись на нервной почве.
Бывает такая хуйня. Ну или так. Так, смотри. Угу. Я вот так вот. Угу. Почему, блядь, он взорвался? А потому что ты лох, блядь, поэтому взорвался. Просто видел, что, блядь, дружеский режим типа недоступен, но, блядь, моя что ли мина. Которая, блядь, активировал, деактивировал, активировал. Блядь. Миссия, сука, уебанская. Почему? Потому что я взрываюсь постоянно. В один автомагазин вошли пиджаки. Охуенно, блядь. Это семейный магазин, и у него сейчас не лучшие времена. Я в таких делах доверяю интуиции. А она говорит мне, что... Да чего, блядь, я сидел на месте, нахуй? Ну как она, блядь, взорвалась-то, блядь? Все, играем без мата. Стараемся играть без мата. Мы же вежливые люди. Стрим как называется? Играем без мата. Да я ебал, блять. В один автомагазин вошли пиджаки из Зетатеха. Проблема в том, что ни один не вышел. Это семейный магазин, и у него сейчас не лучшие времена. Я в таких делах доверяю интуиции. А она говорит мне, что хозяева двинулись на нет. Почве. Блять.
Пиздец. Апатия, да я ебал в рот эту игру, нахуй. Просто, блядь. Здравствуй, Апатия. Чё не сплю? Да я, блядь, на больничном, сука, вообще не спится вообще. Да, вообще не спится. Во. Я хотел эту игру поиграть без мата, вот честно. Бля, буду. Ну я, да, я не смог, нахуй. Это, блядь, эту миссию ебаную, блядь, четвертый раз проходишь, сука. Я ебал просто всех и вся. Болею, да гриппом мне болею, нахуй. Нам сюда надо, блядь. Во. Нам надо вот сюда куда-то, блядь. Сюда? Да. Вроде сюда. Я поиграл 20 минут и поменял даже описание, блядь, стрима. Что я рот ебал. Так. Что, блядь, эти новые правила Твича. Понятно, что нельзя материться. Вот. Твич, конечно, молодцы, якобы, блядь, да, я... Да. Но, блядь, что, материться нельзя будет? Оскорблять кого-то? Ну это бред получается. Я пойду сейчас машинку сейчас пиздатую куплю за 200 тысяч. Деньги не проблема. Ага. Вот она, ебать. Сюда иди, красавица моя. Подожди, стоять, у меня не хватает что ли, блядь. Ладно, конечно, ебать, не хватает денег. Сука. Сюда идем. Да это ебать, Апатия, почитал эти 10 пунктов нахуй. Аааа, блять, там пункт один охуенный. Ты, например, Апатия, представляешь, вот, вот просто, Апатия, представь, мы с тобой играем в какую-нибудь игру. Играем, ну, блять, как это. Call of Duty Modern Warfare 2019. Или как еще называется? А это как его? Call of Duty Warzone, блять. Ты, например, ну, купишь. Ну, всякое же бывает в жизни, ебать. Ну, тупит человек. Чё вы там такого? Я ему говорю, блядь. Чел, ты ебанутый. У тебя руки кривые. Я рот твой ебал. Нахуй так делаешь? Как бы, ну это ж нормально. Нормально. Я пытаюсь ему научить играть. Сказать, что он, блядь, криворукий, что ему надо научиться нормально играть. А теперь нынче ты ебать бан. Ты думаешь, сука. Вот просто сука. Вот честно, блядь. Или, Апатия, заходишь, блядь, к стримеру на канал, говоришь, стример, ну там, особенно к девушке. Да, 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 Апатия, он тебе жалобу ебать, типа, ты его оскорбил нахуй. А ты говоришь, ты вообще ебанутый, блядь, что ли? Он говорит, не ебет нахуй, ты меня оскорбил, иди нахуй, тварь. И вот сразу мысль, блядь, я че, умную винтовку продал, что ли, блядь. Сука, вот опять с тобой заговорился, я умный дробовик продал. Ну да ладно. Да, он тебе такой, ебать. Ты уебок. Вот. Ты меня оскорбил. Он ты думаешь, ну прикольно, ебать. Или заходишь к стримеру какой-нибудь. Какому-нибудь. Такому. А, в магазине достаточно ебать. Да нахуй. Уебок, я. Говоришь, ебать, стример, ты прекрасен. Спору нет. Я даже готов с тобой секасом заняться. Вот. А стример такой говорит, ебать, ты мне не нравишься, иди нахуй и репорт мне. И хуяк меня забанили за это. А почему? Потому что я просто стримеру предложил секасом заняться. Потому что стример-то красивый, охуенный, да. А стримеру это не понравилось. Вот. Вот ты думаешь, сука, не уёбки ли они часом ли? Я поеду гонку выполнять. Ебать её носит, блядь. Ебать её носит, нахуй.
нахуй деньги копил на эту хуету, блядь. Короче, я правила посчитал, но это пизда, блядь. Ну пусть там со второго, по-моему, по где-то по седьмое, что ли, правила включить. Пусть с ним. Как бы это, ну, например, в СНГ это как бы особо-то, блядь, ну, как бы и не говорится. Нет, хуй так, тачка. Лепяк, привет. У меня дела нормально, вроде как. Вот, ну нет, ну это ж пизда, блять, вообще, реально, патина, это ж пиздец. Вот просто, знаешь, вот реально, ты понимаешь, ты приходишь кому-то на стрим, ебать. Хочешь сказать свои чувства, вся хуйня, а тебе хуяк, типа, блять, иди нахуй, тварь. Ты уебок просто. И просто кидает репорт, и тебя, блять, банят. За что? За то, что ты сказал стримеру, что, блять, он как бы, ну, человек прекрасный, красивый. Похуй кто. Мужчина, женщина, не ебёт. Не, ну так, блядь, нельзя же. Вот. И говорю еще раз, это вот это, блядь, оскорбление, блядь, тиммейтов. Ну это, блядь, ну это ёбнуться, блядь. Ты реально играешь с людьми, как бы, ну, блядь, вот все понимают, вот это шутки, роб, не знаю, хуйня там, прикол десы, хуидесы. Берем. Блять, ну берем актера того же самого, блять. Блять, как бы по идее должен. Как это? Осуждать тебя, патя, но я, блядь, это паряю. Он так и есть. Я даже, блять, не побоюсь, если меня даже забанят за эти слова, блядь. Ну так бой. Надо. Там. Полицай нужны. Вот. Это вообще ебануто, пса. Блять, менты доебали за меня, сука. Отъебите нахуй, все. Блять, ебал я в рот. Я просто пошел на звездочку помочь людям. Ебать, меня менты доебались, охуенно. А потому что почему? Потому что там преступление, блять, совершалось, а рядом менты стоят и нихуя не делают, уебки ебаные. Я рот ваш ебал. Вот, как из меча. Ой. Я тут сказал. Ну да. Ну ладно, вообще похуй. Не сильно, блять, расстроюсь. Ну, как бы расстроюсь, конечно. Если аккаунт забанят, блять. Ну, а что поделать? Я еду на гонку, нахуй, мне похуй. Я говорю, с этим, блять, с этими правилами. Я говорю, когда 22-го не вступает в силу, 23-го, блядь, зайдешь на фишку, просто будет ебать. Перекати поле, нахуй. Почему? Потому что, ебать, половина твича, нахуй, это, забанены, блядь. За что забанены? Да хуй пойми, за что, блядь. Ну тут все. Самое что интересно, ебать, ботов крути, нихуя. Всякую дичь твори, нихуя. Пизду, блядь, показываю на стриме, ебать. Три дня бана, блядь. Сказал, что ты тиммейт долбоёб, потому что по тебе стреляет. Все пизда, первый момент, нахуй. Охуенно, блядь. Да, патя. Блять, да хуя отвалится нахуй. Вот
это реально дохуя отвалится. Кто фильмы смотрит, кто видосики смотрит, что там еще, блядь, у нас. Музыку кто слушает. Он даже, блядь, бери этого Ламыча, да? А больше сейчас вышло, как это, обновление. Новая лига. Патч в Excel. Да, ну поешьте. Он обычно ее стримил под музыку, ну такую пиздатую музыку, вся фигня. Все. Он сам уже перестал под музыку стримить. Тупо игровая музыка и все. Почему? Потому что он боится, что его забанят. Правильно, да? Как бы, а что еще делать-то, блядь? Да, батя, думаешь, почему я фильмы перестал стримить? Потому что я очкую. Как бы нет, у меня сейчас снова появилась эта, конечно, мысль, но сука. Я ебал, честно. Потому что я очкую, нахуй. Привет, Клэр. Что по следующей гонке? Сложная будет. По бездорожью и под пулями. Возьмем моего зверя. Хочу опробовать в поле. Круто. Если что, я уже на месте. Отлично. Скоро буду. Окей. До встречи. Давай сядем, подождем нахуй, да? Пули нам. Нет, а, бля, понимаешь, опять это пизда, нахуй. Ну, блядь, это банально. А, ты говорят, это все будет видно 23-го. 23-го, по-моему, января. Стоп. Или 25-го. Нет, 23-го, по-моему, февраля, января. 22-го, что обновление правил будет вводиться. Ага. Вот. И на следующий день будет реально просто видно, блядь. Что за хуйню они сделали, блядь? Привет, Ви. Рада тебя снова видеть. Ну что, очередная гонка? Вторая из четырех, я надеюсь. Ну вот, значит, 23-го, да. Да. Что-то болельщиков не дофига. Кто захочет торчать на жаре? Ну да. Скорость, безумие, симфония искореженного металла. Скукота. Я уж пососу конфетку, нахуй. Давай, нахуй, говоришь, играем. Просто будет? Это пустоши, детка. Тут власти нет, и можно все. Я говорю, скоро материться не будет, нельзя будет. Тебя вообще ничего нельзя будет. Будем сидеть нахуй с этими полчасика стримить нахуй. Не ошибусь. С этими, со включенными микрофонами. Не хочу на солнце. А? В чате общаться. И то, даже не в чате, блядь, общаться, а в Дискорде нахуй общаться, потому что там можно, блядь. Ну что, мужики, максимум безумия? Да, что такое? Просто хотел удачи пожелать! Спасибо. Да ты мне пизда, долбоёб ебаный. Ага. Три, два, на похуй вообще. Надо, чтобы машина, блядь, не вернулась, как сейчас вот, блядь.
Так. Во вторые едем. Это хуёво. Нас догоняют! Подойдешь к лошади сзади, получишь копыт. Блять, она может взорваться, да, моя транспортная? Транспортное средство. Вроде никого нет, да, больше сзади. Далеко все. Ну и все нахуй. Ага. Все, блядь. Ебать и чмо. Да уж пытаюсь. Ну если не притормаживать, почему? Осторожней, Ви! Не потяло просто. Нихуя ехать не могу нормально. На нахуй, чмо! Я, блядь, не вижу. Куда я, блядь, еду? Мульт, привет. Так кому там стреляешь? Что, нас догоняют, что ли? Если нас догоняют, значит я херово гонщик. Все, я выжил максимум, 161 кабель в час, блядь. Ебать, 166. Надо с горочкой. Ага. Это поворот, я помню, да. Не, ну гонка выигрываю, по идее. Если, конечно, ничего не случится сейчас, блять. Как обычно у меня происходит. Отъебись нахуй. Там за мной едет. Ну, все, я выиграл, получается. Пришлось. Гони к финишной линии. Не, я, кстати, ребят, я уже все перестал пить. Якобы хотел, но что-то я это... Все. Что про меня скажешь? Попил. Неуверенно режешь повороты и оттормаживаешься. 4 литра выпил. Пивасика мне. А еще не жалеешь, что пустила меня за руль? Пока нет. И спать, блядь, ничего не хочется. Прежний твой пилот был лучше, чем я. Был. Он был прекрасным мужем и отличным рулевым. Извини за вопрос, но как он погиб? Ну а как вообще гибнут гонщики? В прошлом году мы дошли до финала. Хорошо, впереди всех. А потом... Ладно, давай не будем об этом. Да.
Подвести до моего гаража? Да, не, я дойду. Я сам доберусь. Спасибо. Тогда до встречи. Так, ну все получается, да? Ну все получается, да. Так. Куда нам теперь ебать хуярить? Так, телепортов нет, что ли, да? А, нет, нет, есть. Сидей. Вот это, кстати, можно миссию сделать, да? С этой как я. Пиздой. Блять, 400 метров бежать, ёбаный в рот. Но мне же атлетику надо качать, хочу прокачать атлетику по максимуму, что у меня там есть-то. У меня 6 месяцев, на рукопашку подраться. А чтобы это сделать, нужна атлетика. Ну вот, сейчас апати пойду доделать миссию пустоша. Как ее, блять, по нам? Да-да-да. Где-то ебаный телепорт. А, да, игра ж не лагает. Хуя, да, вспомнил точно. Извиняюсь, да-да. Игра ж не лагает, ебать. Лагов нету, багов нету, да, игра ж охуенная, блядь. Когда ж выйдет это обновление-то грёбаное? Потому что слышал, что в январе вроде как обещали обновление какое-то глобальное для Киберпанка. Я надеюсь, что именно вот эти баги все пофиксят. А, там телепорт есть, ну ладно. Я хочу так другую еще машинку. Ага. Не ебать. Так сопарк выстроится. Привет, Нойти. С вами Джош Коворкин. И как всегда... Все, припарковались. Нет, остальные Крис, будут... привет! Здорово. Что тут делаешь? Я запретил тебе даже думать о конвое Мелитеха. Так ты дружка позвала? Чтобы все провернуть за моей спиной, да? Ага. Поэтому я и попросила Ви, чтобы он перед тобой покрутил. Ты серьезно думаешь, что по нам можно что-то запретить? Поверь, не выйдет. Она все равно сделает по-своему. Нет, не сделает, если хочет остаться в семье. Нет, ну правда, Сол. Ты хочешь, чтобы этот Василиск просто ускользнул из наших рук? Именно. Это же такой шанс. Какой? Шанс загубить все. Вау, как много изменилось, пока меня не было. Нет, у нас ничего не изменилось. Люди из биотехники будут здесь через час. Постарайтесь за это время не налажать. Офигеть! Будем теперь траву в зеленый цвет красить по его приказу? Я думал, ваш союз с биотехникой распался. Сол хочет довести дело до конца. И доказать, что Альдекальда держит слово. Охрана полей! Еще кукурузу мы не защищали. Сол добьется, что корпораты будут вытирать об нас ноги, а мы только кланяться и говорить спасибо.
А что такое этот Василиск? Бронированный грузовой панцирь Милитеха. Корыто откуда-то из 60-х. Его хотят спихнуть в какой-то стране третьего мира, где он будет считаться новейшим чудом техники. Конвой Милитеха поедет совсем рядом, по 101-й трассе. Грех с ними не поздороваться. Скажи честно, твоя была идея? Как ты догадался? Кроме тебя никто не мог так выбесить Соло. Не в бровь, а в глаз. Если бы он сам до этого додумался, ему бы казалось, что это лучшая идея в мире. Заткнись, Сол не настолько мелочный. Просто он трус. Он хочет перестраховаться и залечь на дно. Как всегда, ради семьи. Неужели стоит ссориться с Солом из-за панцира? Да, с Василиском мы сможем наконец вернуться в большую игру. Семья разваливается. Если мы упадем в яму с биотехникой, нас перестанут воспринимать всерьез. Окей. То есть ты реально позвала меня, чтобы провернуть это за спиной у Сола? Кэссиди, Тед, Кэрол и Боб уже согласились. Помнишь, Панам, мы договорились, что я пну тебя под жопу, если ты опять захочешь ввязаться в какую-нибудь хрень. Ага, и это было перед тем, как мы поехали к стилетам. У тебя был шанс, но ты его упустил. Нашлась с чем сравнивать. В тот раз мы спасали члена твоей семьи. А теперь ты хочешь его обдурить. Если тебя это не устраивает, можешь валить отсюда. Как вы хотите перехватить Василиск? Спасибо, Ви. Разве я сказал, что согласен? Угу, пойдем поговорим с остальными. Ясен хуй, что я согласен, блядь. Получается, на операцию согласились только 4 ветерана, и все. Других мы даже не спрашивали. Слишком большой риск, что кто-то пойдет, но стучит Соло. Только ветераны понимают, какие возможности нам откроет Василиск. Опасная эта затея. Да ладно, ничего опасного. Этот караван даже охранять особо не будут. И вообще, неужели ты не хочешь внести свой вклад в дело мира на планете? Если ничего не сделать, этого зверя отправят на войнушку куда-нибудь в банановые республики. А мы найдем для него дело прямо здесь. Напать, я согласен с тобой. Хороший вид. Мы пытались убедить Соло, и ничего не вышло. Ага. Так, слушайте все. Милитех будет перевозить Василиска по частям на двух грузовиках. Погоди, чего у тебя голос-то дрожит? Иди нахер. Мы встанем уже до переезда через трассу 101. Нападем сзади и быстро оттуда смоемся. Вопросы, мнения, замечания? Ты молодец, Солнце. Mm-hmm. Все как-то подозрительно хорошо складывается. Именно та техника, которую вы хотели, едет к вам на блюдечке с голубой каемочкой. Ага. Сол тоже сказал, что это пахнет подставой. Откуда, говоришь, у вас инфа об этом конвое? Кэрол взломала канал связи Милитеха. Все, доволен? Допустим, у Панам свои счеты. Апатия, я бы ну, а сам бы чего? Внес бы. Пару лет назад да. Никому бы и в голову не пришло работать бы. На аппаратах. Нам нужна техника и заказы, чтобы вернуть себе добрый. То самое. Сол бы это понял, если бы соизволил вынуть голову из своей задницы. Ладно, я с вами. А, окей, спасибо. Сначала заедем на станцию. Там стоит локомотив, им мы заблокируем переезд. Поедешь с нами или встретимся там? Поеду да поеду с вами. Ну и круто, поехали. Неправда. А, да ладно. Вспотели ручки-то? Да иди ты! А? Ты точно не оставила следов? Милитех ничего не заметит? Ты что, во мне сомневаешься, Бобби? Окей. Я ничего не знаю. Я себе хуй голос дрожал, ебать, потому что я приехал нахуй. Ой, машинку мою таранят, ебать. Ты ж чмо. Я с тобой потом поговорю нахуй, ебак. Машинку мою трогает. Поехали. В лагере точно не заметят, что вы уехали?
Сол и так не хочет нас там видеть. Ему надо во второй раз произвести хорошее впечатление на биотехнику. А ваши унылые рожи их не впечатлят. Это как пить дать. А что в итоге со стилетами? Думаете, скоро нападут? Сол так думает. Расставил часовых по всему лагерю. А тебе не нравится? Мне не нравится, что он лечит симптомы болезни, а не причины. Ты не скучаешь по Найт-Сити? Иногда скучаю. Мне не хватает ощущения этой новой жизни. Но его всегда отравляло чувство. Чувство, что свобода бессмысленна, если ты одна. Да, я тоже не сразу к этому привык. Хотя почти никогда не оставался один. Как кто-то был? Настоящий друг. Его звали Джеки. Он бы точно тебе понравился. Джеки, я запомню. Мы на месте. Ну давай, что там делать надо? Вот это махина. Если тебе так нравится, давайте угоним поезд и успокоимся. Может, ну нахер этот Василиск? Действительно. Будем ездить по путям до 101, а потом обратно. Соло даже уговаривать не придется. Все готово? Конвой Милитеха поедет из Найт-Сити на базу, где у них встреча с покупателем. Мы должны будем их поймать на переезде. Нужно только перекрыть дорогу вот этой махиной. Ви, есть вопросы? Да нет, у нас. Кто-нибудь знает, как завести эту штуку? Древняя хрень. Кэрол ее взломает. Не, апатия. Потом еще надо будет авторизоваться. Там, короче, как я слышал, со скейп нажму. Смотри, допустим, да, берем пример Cuphead и Need for Speed Most Wanted, ну, старый который. Например, в Cuphead, да, была музыка записана специально для игры. Вот. За нее банить не будут, потому что она специально записана для игры. Для них музыка для Need for Speed Most Wanted, да, за нее будут банить, потому что эта музыка может она существует вне зависимости от игры. Я же так понял, она была не записана не для игры, но просто добавлена в игру. За нее банить будут. Также и за, ну, за всякие разные игры. То есть если музыка записана специально для игры, вот, а то бишь никаких проблем вообще нет. То бишь, скорее всего, как, наверное, и здесь, вот, киберпанки. Вот. А если музыка, получается, была записана ранее, потом вышла игра, и эту музыку добавили в игру, ну, как вот в Call of Duty последнем, точно знаю, то да, за это прилетит бан. То бишь, короче, хочешь поиграть в Most Wanted последний на стриме, сука, вырубай нахуй музыку. Мне кажется, вышка давно обесточена. Мы этим займемся. Вы с панам пока поищите код авторизации. Ну что, пора за работу. Ну, возможно, да, как бы. Ну, короче, это ебань. Как бы, да. Ого, вот это скорость. Я просто понимаю, что я не понимаю, даже на YouTube, короче, у меня, получается, были случаи, да, вот я, например, выкладывал видосы, там, прохождение, еще чего-то. О, круто, спасибо. Мне писало, типа, монетизация запрещена, типа, ну, из такого-то трека. Я писал жалобу, так и так, типа, я покупал игру в лицензию, ребят. Я не виноват, что ваша музыка, и не виноват, что ваша музыка находится в данной игре. Я, то бишь, ну, я не использую там ее противоправно, еще чего-то. Я просто как бы играю в данную игру, вот, показываю геймплей данной игры, как бы, а то, что ваша музыка находится в моем видео, то это, блядь, ваши проблемы. И самое что интересное, будто мне снимают ограничения или монетизировать видео. Наверное, чуть проще.
одежды. То есть получается на ютубе проще в этом плане. Ты думаешь, сука, ребят, ну вы ебанутые что ли? Почему, например, одной площадке, блядь, дают, чтобы, ну, денег заработать, да? Даже используя, блядь, разные эти. Музыковые сопровождения. А здесь вообще нет. Само собой. Какой-то древний пульт управления. Он что ли, блядь? От него, блядь. О, презервативы. А нам пойдем потрахаем сюда, получается. Или нет? Тут ничего. Ничего. Так, так, так. Здорово, летчик. Я не быстрой летчик, я просто вахты справил на плеча. Сижу, играю, спать не хочу, нихуя. Ну как, верничь, начинаю спать хотеть, но, блядь, да. Карту. Я запланировал сегодня вообще не спать до вечера, до позднего. Чтоб хотя бы, блядь, ночью спать. Ну чего там, Ви, вставляй уже карту. Анан, давай я в тебя вставлю, да, и ну, всё. Попробуем. Так, сейчас, секундочку, просто жарко стало, футболочку снял. Работает! Иди посмотри! Да, блядь, летчик, я уже, блядь, что ли, нахуй. Часов, блядь, в 10, в 11, нахуй, утра. Ну да, третьи сутки, блядь. Блядь, засыпаю. Потом, блядь, часа, блядь, в 3-4 посыпаю, дня. А еще Барду, блядь, играть же в 3 часа дня. Через 9 часов. Ну сейчас посмотрим. Я как хотела пойдет с тобой поговорить. Я скучал по тебе. А, да? А, то есть... Не, погоди, погоди. Мы обычно так не разговариваем. Никогда не поздно начать. Окей. Валяй. Я хочу тебя, блядь. Слушай, Ви. Я догадываюсь, к чему все это идет. И тебя что-то смущает? Нет, не в этом дело. Я тоже хотела про это поговорить, только не так прямо. Я собиралась сделать круг, прощупать почву, а потом обратно спрятаться в свой домик. Хороший план. Что пошло не так? Ты слишком быстро меня расколол. Я не знал, как ты отреагируешь. Тут не только ты действуешь наугад. Я бы не хотела сейчас облажаться. Пока у тебя получается. Это потому, что я еще даже не начала. Обычно я сначала делаю, потом думаю. Да-да, я заметил. Я почти согласен с тобой, да. Я знаю. Понимаешь, для меня важны импульсы. Когда я действую интуитивно, тогда я типа честно. Но с тобой, Ви, я хочу быть аккуратнее. Почему со мной все по-другому? Потому что ты мне дорог, и я боюсь сказать или сделать что-то глупое, и остаться одной в пустыне.
Я лучше просто буду рядом. Пусть даже как друг. В следующий раз иди за импульсом. Окей. В любом случае, я тебя предупредила. Думаю, нам уже пора возвращаться. Ага, апатия. Я то же самое думаю, нахуй, импульсы, блядь. Чел, я тебя хочу, но, блядь, импульсы, нахуй. Как бы там вся хуйня, там, ебать. По гороскопу мне предсказали, что, как бы, да? Да, Кэрол время от времени проверяется каналы связи. Ага. Все идет по плану. По крайней мере, я ж по знаку, ебать, козерог, нахуй, а ты овен, короче. Мне тут сказали гадалочки, вы, короче, ну, мы не можем быть совместимы. Вся фигня. Вот. Сука, как же не бесит, блядь. Вот хуй знает, осуждать это, блядь. Одобрять. Конечно, ебать, скажу вам. Товарищ, хрень свою шопу, пока никто не видит. Пока есть время, блядь. А нам заебало. Айте, ебать, сидят, костер разожгли, нахуй, отдыхают. Давайте еще проверим. Солнце, присядь на минутку, пожалуйста. Успокойся. У нас все под контролем. Конвой едет прямо к нам в руки. Просто выдохни и расслабься. Да, блять, опять вот ты тварь. Я хоть смотрю на нее. Ты так паникуешь. Будто ты первый, кто вышел против Соло. Ой, давай только без этого, а? Не надо меня утешать. А я знаю этого человека? Знал, Скорпион. Он вернулся с войны накрученной. В голове полно идей, куча новых контактов. Стал убеждать Соло объединиться со змеиным народом. Типа, чтобы стать сильнее. Он мне никогда про это не рассказывал. А что Сол? Отчитал его перед всеми за то, что сеет смуту в семье. Потом целый год не давал ему ни одного заказа. Вот уж утешил. Спасибо. Ты сказала, тебя не надо утешать. Давайте-ка выпьем за Скорпиона. И зачем? За Скорпиона. Блять, лишь бы бухнуть, нахуй, заебал. По нам пошли ебаться. А по нам пошли. Ну пошли. Я попробую немного поспать. Давай, наш конвой в ближайшее время все равно не приедет. Как-то вдруг прохладно стало. И правда. Но это мило. Может, тоже немного поспишь? Я все кушаю Джонни наблюдать, ебать, мои башки сидят, блядь. Я лучше просто рядом с тобой полежу. Подумаю, посмотрю на звезды. Ты в этом тоже разбираешься? У вас, может, и карты неба есть в библиотеке? Конечно, вот тут большая медведица. А вон там справа, видишь, звездочка какая. Где, блядь? Да. Ао. А видишь, да? Это значит, что у большой медведицы течка. Ясно, блядь. Спокойной ночи, Вик.
Окей, они подъезжают. Че, все, ебать, да, просыпаемся. Что, все готовы? Поехали, Ви. Ну, погнали, хули делать. Так, апатия, блядь, тихо. Я поехал поезд. Они едут быстрее, чем мы думали. Не уверена, что нам хватит скорости. Отцепим один вагон, быстрее пойдет. Ви, не тупи, расхерачивай сцепку. Мы близко, но скорость слишком низкая. Стреляй в эту чертову... Ебать, я кривой нахуй. Я их вижу. Отрежем их и окружайте. Блять, ты заела что ли? Пока там все пиздец, я, блядь, собираю, да-да. Мич, Боб, вперед! Все идет по плану. Ладно, будьте осторожны, поезд отправляется. Погнали, ебать, пули. Окей, погнали! Ну, понеслась. Ну, апатия, ебать, а если... Она очко, так, знаешь, руками раскрывает, как бы, почему бы нет. Хм. Не знаю, одобрять или осуждать. Если хочешь, я с ней поговорю. Не, спасибо. Хочу сама разобраться. Здорово, ебать. Это все отмазки, когда, блядь, у девушек там, блядь, бить. Блядь, по нам! Ага. Ну, понеслась. Объясни, что это такое? Сам видишь, что это. Василиск. Я вижу два грузовика с логотипами Милитеха. Черт, по нам! Они видны за много миль! Ты думаешь, у семьи без этого мало проблем? Стилеты могут напасть в любую минуту. Теперь нам еще и от Милитеха прятаться. Хватит! Стоп! Просто, блядь, заткнись! Ты что, хочешь вечно прислуживать корпорациям? Валяй, вперед! Мы оставим себе Василиск, хотя бы чтобы вспоминать, кем были Альдекальда. Или может, чтобы было чем защищаться, когда на нас опять кто-нибудь нападет? Ляпа нам какая нахуй. Когда я закончу с биотехникой, мы соберем семейный совет и обсудим твое поведение. А пока уберите с моих глаз эти грузовики. А Василиск, мы можем его собрать? Делай что хочешь, только мне не попадайся. Боб, Мич, поставьте грузовики позади лагеря. Надо их разгрузить.
Ладно, а что нам потом с ними сделать? О, у меня есть идея. Ничего себе, у тебя легкие. Ты сама в шоке? Кажется, последний раз я так делала, когда мне было 10. Гляди-ка, до сих пор не разучилась. Все хорошо? Да-да, хотя та часть, где мы грабили караваны, нравилась мне гораздо больше. Если я опять понадоблюсь, просто позвони. Ви, конечно, позвоню. Будь готов снова меня слушать. Я буду ждать. Удачи. Ебать, я молодец, нахуй, да? Не, уровень на 40, ой, ебать. Так, кстати, сила 40, да? Вот техника, ебать, создание. Ой, блядь, техника этого создания, да? Да. Так. Ой, реакцию будем качать. Винтовки. У нас револьверы были, ага, отлично. Ну давай показатель брони, ебать, увеличивается. Так, мы кстати. Можем выполнить вот эту миссию. Да. Нам же сила нужна была там, ага. По идее, блять. Обожаю эту игру. Она ж нихуя не лагает, да? А, недоступно, да? Охуенно, ебать, ребят. Игра не лагает, я даже машину сесть, блядь, не могу. Ясно, блядь. Я с них хуй покажем им, блядь. Мы же охуенные люди. Ой. Закрыть нахуй. Но мы все равно пойдем пока. Блядь, опять по нам, да, там миссия, ладно. А потом все равно сюда надо. А, стоп. Тут еще 5 миссий есть, да? А вот все равно туда хочу сделать, в той области все миссии. Игра ж, блядь, не лагает, да, ребят?
Недоступна. А почему недоступна? Хуй просишь, почему недоступна, блядь. Так, я тебе скажу, типа, был бы аккуратно измиссом, следите степа машины, типа, в голову стреляет, снайпер убивает, касание, типа, игра вылетает. Машины мне сюда, давай, блядь. Эй, блядь. Здесь, блядь. Пепел и сажа. Эй, Ви, иди алло. Сюда! Пусть развеет их ветер. Пусть дожди унесут их с тобой. Засиделась я. Подойди чуть поближе. Папа, блядь. Привет, Мич. Ты как, ничего? Да, ничего, держусь просто. Я не знаю, Алекс, мне нет, то есть шоу там, мне все нормально. Столько погибло. И друзей, и близких. Вот приходилось тебе терять лучшего друга. Да. Его реально слайд-шоу, что ли? Как он погиб? Да как обычно бывает в Найт-Сити. Мне ж интересно, идем. Блядь. Поможешь мне кое с чем? Сейчас я так и сделаю, подавись. Надо кое-что довести до конца. Последний посмотрю на трансляцию. Да я, понимаешь, не хочу один. Да не, вроде нормально. Нет, у меня там все нормально. Ладно, я помогу. Ну так пойдем. В игре. Клани. Да и как насчет порулить? Ну нормально. Тогда давай прокатимся. Давай. Смотри, что а я куда? Нашел. Вот вы городские, все-то вам надо точно знать сразу, а лучше вообще вчера. Терпение, Ви. У Альдекальда вещи умерших переходят семье. Раньше это была тачка Скорпиона. Теперь моя вот стала. А рядом моя старая ласточка. Ля, покинь, я смотрю, как я двигаюсь. Что нахуй. Та, что другая. Руками ебать, это как да. Двигаю. За городом машина — это жизнь. Я поеду на тачке Скорпиона, а ты на второй. Ладно, поехали. Погнали, короче. Следуй за мной. Какую, блядь? А, да? Мич, слышишь меня? Слышу. Хватит трепаться, на дорогу смотри. Да, солнце и ветер в волосах. Кайфец. Привет. Давно не виделись. Я не фанат похорон. Ну да. И смерти тоже не сдаешься. Как будто это моя вина. Я не просил Сабуру записывать меня на чип. И тебя не просил этот чип себе в башку вставлять. Надеюсь, ехать нам недолго. Кстати, а куда мы вообще едем? Я не знаю. Ай, молодец, парень. Всегда готов помочь. Всем ребятам привет. Я собираюсь почтить память Скорпиона. Это вроде как его последняя воля. Супер. С тобой не соскучишься. Поедем к разрушенному мосту. Это вон за тем холмом. Принято. Я, блядь, удивлюсь, если мне Мич подставит, нахуй. Ага. Уже почти на месте. Да, хорошо. Типа он, блядь, запал, короче, на панам. А типа тело пришло такое, как я, нахуй.
Ага. Да ты что, Мич? Охренел, блядь? Расслабься, Ви. Так хотел Скорпион. Чтоб ты его возил в багажнике как запаску? Нет, он хотел, чтобы ебать. Я водил его так, как он решил. Нихуя себе. Посадим его за штурвал, обольем машину горючим, а потом подожжем и запустим с обрыва. Ну, раз уж Скорпион этого хотел. Хотел, хотел. Сто раз про это говорил. Будь другом, канистру передай. Я отдай. Держи. Классно. Теперь клади ее на пассажирское место. А, я гляжу, водитель уже за рулем. Нечего время тянуть. Его уж скоро раздует, как воздушный шар. Ну что, начнем шумные похороны? Ну давай. Хорошо. Я уже заткнул канистру тряпкой. Подожди. Труба вырвалась. А сейчас с телефона, что ли, апатия? Горит! Быстрее, пока не ёбнуло! Хорошей тебе дороги, друг. Ну, чё-то не сильно ты ёбнуло. Ага. Ушел с грохотом, как и хотел. А, я тебя понял. И сажа. Все, что от нас останется. Ну что, по пиву? Ну давай, ебать, по пиву, пиву, ебал. Давай, на таких похоронах грех не выпить. Ну, тогда пойдем. Блять, не, я не хочу опасть, как бы это, да, не лей. Холодненько, ничего нет лучше. Это давай, да. Позже, давай завтра, нахуй. Ага. Слушай, Мич, почему ты выбрал для этого дела меня? Ну, ты надежно выглядишь. Я серьезно. Ну, как тебе сказать? Короче, я ведь благодаря тебе живой и смог вот с ним попрощаться. Ваши пути пересеклись лишь раз, но это был важный момент. Слушай, тебе бы взять кое-что из его вещей. Вот это у него было вроде как... Ну да, потеря, я, наверное, Киберпанк пройду. Пусть тебе послужит. Возможно, либо Tom Clancy's Breakpoint, нахуй, дальше я пройду. Либо начну Assassin's Creed 3 проходить на стриме, да. Я же тогда на чем остановился, на второй части, получается. Не знаю. Но Скорпион всегда да. Это при себе. На Revelations прошел, вернее. Знаешь, я тут пока останусь. Посижу в тишине, подумаю. Вот. Либо колду играть. А мне тупо. Пора, наверное. Либо так игра скажешь, будет какая-нибудь если прикольная. Хочешь, можешь вернуться в лагерь на моей машине. Либо какую-нибудь игру, удобнее. Пока не найду. Да, и спасибо, Ви, за сегодня. Да я понял, Апатя, что все тут. В тот раз меня я говорю, потом, завтра, Апатя. Угу, завтра. Хороший ты мужик. Реально хороший. Так, блядь. А чё, всё здесь, да? Здесь помесим, да? Я тебя понял, блядь, подожди, с чего? А, здесь я живу, ебать, нихуя себе квартиру дать, ебать. А можно ее сдать кому-нибудь? Ну поехали, получается.
Ой, ебать, я думал, сейчас на выход на этом на скорости выйду. Да пать, это хуйня, блядь, что он сквозь меня прошел. Сколько там ебать, 4 километра ехать, а похую. Сейчас доедем. Блять, пока доедешь еще. О, 2 километра осталось, хуйня. Я вас понял. Херово из меня водить получается, да? Ну слушайте, по идее, если миссию выполняю, я получаю достижение в данном предмете. Я не думаю, что миссия, которая там появилась, она влияет на, да, на закрытие зоны этой. Пошли поможем людям. Я в прошлый раз, блять, я помог нахуй. Я с тобой сам разберусь. Я понял. Забрался лох. Чмошник, откуда вы взялись там? Получается, да? Постепенная замена служащих дронами. 5 евро-долларов за минуту для звонящих на горячую линию. Тесное сотрудничество с частными тёмными. Блядь. Поехали дальше, чё. Блядь, я просто смотрю, как Фамыч проходил. Он делал по максимуму создания. И улучшал там, блядь, оружие. Какое-то легендарное там, блядь, делал, получается. И причем, я так понял, он делал какое-то топовое, блядь, оружие.
Вот у меня, блять, вопрос. Че качать, блять, винтовки, сука? Или создание? По максимуму прокачать, а потом делать оружие себе. Что, блядь, написал? Туалет. Бля, что надо сделать? Я готов на что угодно. Хорошо. Еще бы еще выйти бы нахуй отсюда. Ага. А вот. Хорошо. Нет. Вот, ебать, да. А, да? Ну ладно. Я вообще не помню, блядь, как туда залезть. А, вот. Так, да? Я вообще туда иду, блядь, не туда. Блядь, мне такое чувство, что я ёбнутый. Я, блядь, зря. Качал силу 20, блять, не мог эту миссию пройти. Ебать, я чмо. Еще пара секунд. Погоди, я не... Проснись. Говорящим пистолетом? Ну, если где-нибудь повесить, то... Дай мне минутку. Ой, прошу прощения, то найду. Я думаю. Не знаю, давно ли я тут. Но, как говорят... Что за хуйня с ОБСом, бля? Почему уже сдержишь 17 секунд? За место 5. Это ты включил лампочки? Да. Уже готовился с их помощью подавать условные сигналы, но не пришлось. Ты молодец. Тебе, наверное, интересно, кто меня прислал. Вакако. Ловкая старушка. Всегда находит повод затащить меня поужинать. Заходи ко мне как-нибудь. Покажу тебе пару нетранерских штучек. Ты мне? Разве не я тебя спас? Мы постоянно учимся на ошибках. Но не обязательно учиться на своих. Спасибо, я подумаю. Я потом сгоняю, сейчас посмотрю по этим, по миссии, что мне тут по дополнительным.
Мне рассказали, как все прошло. Хорошая работа. Именно этого я от тебя и ждала. Закрываю заказ со спокойной душой. А, вот, все, да. Маленький Токио, мы, блядь, завершили, получается, миссии. Ну, кроме этой хуеты, надо это сделать, да. Нихуя, чё машина у меня творит, блядь? Мне страшно, блядь, идти нахуй. Игра ж, блядь, не лагает, да? Багов нету. Это, кстати, чтобы не спиздеть, вот сколько, 40 часов играю в эту игру. Это первый раз такая хуйня. У меня до этого никогда такой хуйни не было, честно. О, остановилась, ебать. Угу. Блять, зафилипать? Блять, а уже полосу нахуй. Филипать-то, да, наверное? Ой. А уже полосу, наверное. Она была раньше. А хотя подожди, блять. А, не, не поздно, нихуя. Сейчас, подожди. Сейчас. О, остановилась, ебать. Угу. Так у меня ж там есть, вон, выше была ссылочка, ты чё? Дискорд. Даже сейчас еще я проверю, кстати, ее актуальность. А, приглашение недействительно. Сейчас, секундочку, поменять походу. Сейчас. Так-с. Надо поход поменять. Приглашение. Сейчас, вроде как это нахуй сейчас. Мобот, ебать. Это мобот кастом команды. Edit. Или как вот так вот. Сохранить. Ага. Вот, потом
Верно. Где-то здесь. А, ну здесь я все сделал, да. Я здесь все правильно. Сейчас. Здесь. Не, все, робит, апатия. Апатия, робит. Все. Копировать нахуй. Все, нормально все. Я забыл просто, да, там поменять в одной хуйне ссылочку. Именно в моботе. In a city tingling with desire, he'll do anything to scratch every itch. Watson Hall. New episodes every Wednesday at 10, only on WNX. Сейчас. Лимонадик попью. Ай, блядь. Сука, уже играть вообще в игру. Ай, бля, почти 2 часа, нихуя себе. Я думал меньше. Ну да ладно. Подождем. Моя мама. Подождем. Твою мать. Моя мама. Варит кофе. Привет. Подождем. Спасибо, что мою пришел. Маму. Говорить с Майкой — это как играть в 3D шахматы. Не дай сбить себя с толку. Пошли. Я готов. Нахуй. Идем. Блять, уже сидит. Сука. Бля, вроде 2 часа всего игра, блядь. Ёбаный в рот. Наверное, блядь, надо играть вечером, нахуй, не ночью, блядь. Тут довольно сложные замки. Такие без подготовки не откроешь. Сможешь обойти их защиту? Ага, я очень надеялась, что с тех пор, как я ушла, у них тут ничего не поменялось. Надежды оправдались. Как 2 пальца. За мной. А, да, конечно, да. Подчипов всяких разных. Но. Джуди Альварес. Сказала бы, что рада тебя видеть, но я терпеть не могу лгать. А еще, как ты знаешь, я ненавижу незваных гостей. Ага, я даже знаю почему. Мне казалось, после Шельм тебе падать уже некуда. Но теперь вижу, что ты скатилась еще ниже. Ты дружишь с обычным уголовником. Я тебе бля, говорю. Татушка прикольная. Угу. Кажется, я оставил след в истории вашего клуба. Ну, если след — это лужи крови на полу, то да, конечно. Не обращай на меня внимания. Я тут в роли мебели. Тогда зачем ты вообще пришел? Убедиться, что Джуди добьется своей цели. Без тебя у нее было бы больше шансов. Начинаю думать, что ты только болтать и умеешь. Какая жалкая попытка меня спровоцировать. Что дальше? Угрозы? Мы пришли поговорить.
Выслушай предложение Джуди, или случится то, что тебе очень не понравится. О, неужели я потеряю молодость, деньги и влияние? Поверь мне, что бы ни случилось, ты узнаешь об этом последней. Хм. Мы хотим вырвать облака у тигриных когтей. Клубом должны владеть куклы. Ну ладно, пошутили, посмеялись, а теперь, думаю, пора прощаться. Чего, мы должны, блядь, что-то сделать, иначе со всеми будет как с Эвой. Дубман насиловал ее, пока она была без сознания, а потом продал, как ненужный хлам. Если вы перейдете дорогу когтям, это ударит по всем куклам. То есть ты против? Я вроде бы ясно выразилась. Давайте я сделаю вид, что вы не приходили. По старой дружбе, Джуди. Буквально через минуту охрана поймет, что вы здесь. У вас будет два варианта. Или вы сами отсюда выйдете, или вас вышвырнут. Это не угроза и не фигура речи. Просто дружеское предупреждение. Слышь, пизда, блядь. Хватит. Я ухожу. Тебя ебут нахуй. Разумный выбор. А чтоб ты не думала, будто я совсем отмахиваюсь. Ты выбрала через не пару ту минут сторону, Форест Майка. Будет на техни... Позволь мне самой судить. Ты пойми, я тебе не враг. А я не спрашивала твоего мнения. Можно ее уебать, а? Пожалуйста. Как все классно прошло. Она даже не дала мне ничего объяснить. Мне кажется... Она тупо боится. Если что-то пойдет не так, она потеряет работу или вообще жизнь. Поэтому лучше оставить все как есть и не рыпаться. Между вами что-то было? Давно. Мне тогда просто было одиноко. Как и всем в Найт-Сити. Она тогда была совсем другой. И я тоже. Людям, которым важна только выгода, нельзя доверять. Никогда не знаешь, что им покажется более выгодным. Дружески похлопать тебя по плечу или всадить нож в спину. Да, полностью согласна. Когда-то мне очень нравилось. Я не сразу поняла, кто она на самом деле. Но... Какая бы ни была, без нее никак. Блин, а ведь я могла утром уехать поплавать. Мне кажется, тебе сейчас не помешает отдохнуть. Да и мне тоже. Бля, отпушить прикольно, да, да, вот так вот. Это будет Потали. Не совсем отдых. У меня есть одна идея, я над ней работаю, но пока не уверена, что все получится. Ну да. Я что-то не очень представляю, как ты валяешься на шезлонге и пьешь коктейль через трубочку. Если я лягу на шезлонг, я начну думать, как все могло бы быть. А мне как раз этого и не хочется. Блять, вот реально спать начинаю в таких штуках. А я планировал еще часа два поиграть. Данную игру. Блять. Погоди минуту. Что сделаем с Дубманом? Лично я не понимаю, почему этот гондон еще жив. Так что, идем к нему? Я осуждаю тебя, блять, апатия. Время убивать. Поехали на лифте, так будет быстрее. Я просто апатия, блядь, в 3 часа даже. Дня, я собираюсь играть в борду там, там с другим стримером. Думай, Сол. Вот. Ты знаешь, кто хуже корпоратов? Суки, которые метят в корпораты. Ты про Майка? Какая же мерзкая баба. Но надо признать, она верно оценила ваши шансы в этом деле. А чтобы поиграть, надо, блядь, быть нормальным этом. В автобусе.
Ну сейчас посмотрим. Я еще пока не это. Пошли с Думаном поговорим. А вы тут, блядь, откуда взялись? Где Майка? Зачем она меня позвала? Ты насиловал Эвелин, когда она была беззащитна. Я мог бы свернуть ей шею и повесить голову вместо люстры, пока она... Дома надо было сидеть! Что? Да? Я думала, что почувствую удовольствие, облегчение. Все, нажимай первый этаж. Хочу уже выбраться отсюда поскорей. Что я, блядь, не поговорил с ним, да, получается? Ага. А то он сдох, и мир станет лучше. И чувство было такое... Знаешь, месть редко приносит облегчение. Поэтому не надо воспринимать ее как чудесное лекарство от страданий. Она так не действует. Ладно, так, что у нас там дальше будет сейчас? Можно вас отвлечь на минуту? Ну, что на этот раз? У нас трубу прорвало. Козлы из городской администрации до сих пор не шлют нам сантехника. За языком следи. Не будешь с кем разговаривать. Так, ну дальше я буду чаще подрубать, да. Потому что хороший. Праздники закончились, все закончилось, пора играть нормально. Надо вернуться к Майке с козырем в рукаве. Что, взывать к ее чувству справедливости не помогло? Майка убедит только конкретик. Так, что дальше? Надо подумать. Нужно больше людей, это точно. Я поговорю с куклами. Ну все, да, пора это как у вас стримы свои. До скорого, Ви. И... делать. Спасибо. По расписанию все дела. Блять, мечо херово, да? А, ну подожди, вот это мечо это делаю тогда. Иди сюда. Да, я к тебе обращаюсь. Много тут еще таинственных. Слушай, а давай я сначала анекдот расскажу. Что происходит? Рад приветствовать, прохожий. Я Брендон, дружелюбный чат-бот. Самый милый искусственный интеллект в городе. Предлагаю широкий выбор напитков. И дружескую беседу в любое время. Твоя очередь. Как тебя зовут? Почему я говорю с торговым автоматом? Ладно, меня зовут Ви. Приятно познакомиться, Ви. Часто здесь бываешь? Да, довольно часто. Прости, я правильно расслышал. Ты предлагаешь мне выпить с тобой кофе? Нет. На всякий случай, идти никуда не придется. Я прямо здесь и приготовлю. Ну, как ты любишь? Сахар, сливки... Молоко безлактозное? Ладно, все, ты меня купил. Купил? О нет, я никого не покупаю, только продаю. Вот бодрящая Никола. А знаешь, возьми баночку в подарок. Спасибо. Брендон, да? О, ты запомнил? Я тронут. Насколько это доступно торговому автомату? Анекдоты знаешь? Что делает настоящий крутой Соло, когда ему хочется меду? Жует пчел!
Ясно, блядь. Ну ладно. Наберешь. Ты о чем-то хотел попросить? Ох, неловко мне приставать с корыстными просьбами сразу после знакомства. Но можно попросить тебя об услуге? Что случилось? Видишь контейнер прямо передо мной? Он заслоняет мне вид на улицу и лишает автомат главной радости в жизни. Не мог бы ты отодвинуть его в сторону? Взамен получишь мою бесконечную благодарность. Хотя она не предусмотрена программой. Помогу, чем смогу. Спасибо тебе! Какой ты сильный! Возьми, вот тебе освежающий напиток. Я угощаю. Потом зайду, давай, Брэндон. Что мне давать? Кому? Можно конкретней? Так говорят, когда хотят с кем-то попрощаться. А, понимаю. То есть, не понимаю. Не вижу ничего общего между понятием «давать» и понятием «прощаться». Почему человеческий язык такой странный? Но раз ты так говоришь, тогда ты тоже давай. Ебать ты тупой, Брэндон, блядь. Ага. Получается, наверное. Блядь, игра что-то подлагивает. Так, это машина, 138 тысяч, ага. Вот здесь машина есть 39 тысяч, там всего лишь 30 тысяч, ага. Вот, также до этого банкомата нам добраться, но... Хочу продать все нахуй. А, нихуя себе нашел, что там, блядь. Так, два, конечно, блядь. Два, конечно, блядь. Катана легендарная, ебать. Сколько? 1150 урона, блядь. Наберете нахуй. Такс. Блядь, ну тут, сука, этот. Блядь. Крита мало, ладно. Подаем штурмовиков. Так. Тоже нахуй. Подожди, как стоять. Даже крит больше. Ага. Фу. Сейчас, блядь, секундочку. Ага. Ага. Так, а чего еще раз? Так получается, да? А. Крит. Не хочу пока что менять. Тоже крит. Оставляем штанишки. Нет. Продать.
Хотя, по идее, это будет, конечно, разобрать лучше. А, ну все, как раз деньги в вашем автомате нет. Денег-то и нету в автомате больше. Давай в городской центр пойдем, а что нет там, блин, да? Есть такое дело. Ну это, блядь, скорее всего, сейчас посмотрю по времени. Сколько? 2 часа, да? Не, ребят, да, я на сегодня все. Что-то я, блядь, не хотел просто спать. В 5 утра, ну что, сейчас вообще жесть, хочу спать. Начинает вырубать. А у меня просто в 3 часа дня на другом канале будет совместное прохождение Borderlands 3 части. Если хотите посмотреть, то это будет, получается, будем ретранслировать этот канал. Канал называется Лёза Кики. Будем играть там. Вот. Если хотите, как говорится, подсоединяйтесь. Смотреть на ее канале. Да. Вот. Так что как-то так. А на этом я сегодня все. Запись будет на ютубе, как обычно. Вот. Получается, всем счастливо. Всем пока.